И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме One Piece, и по счету у нас будет идти 189-я серия, и это будет третья серия, наверное, истории вот как раз-таки Норланда и пребывания его на Джае, да. Э -э Про Я смотрю эту серию сразу же после прошлой, и, как я и говорил в прошлой серии, я пересмотрел именно момент, вот этот вот переломный момент, после которого как бы островчане начали к ним относиться хуже, там был момент именно... Единственное то, что девочка плакала и спрашивала, почему э, люди доктора так поступили Я так понимаю, что под доктором она имела в виду непосредственно именно самого Норланда, который их вылечил, да? После чего вождь сказал э, Молчите и ничего не говорите и не упоминайте по поводу прошлой ночи То есть что-то случилось, что-то произошло что-то сделали непосредственно именно люди Норланда, что ли? Что-то такое, что заставило именно всех остальных жителей этого острова, то бишь индийцев, таким вот образом относиться как к Норланду, так и к его людям, да? То есть что-то кто-то сделал. И, может быть, Норланд об этом не знает. Но это единственное мое предположение именно, потому что больше никаких предпосылок, ничего не было к такому вот отношению к ним, да? К такому именно плохому отношению. Только вот как раз-таки вот... Слова девочки, и сразу же после этого слова их шамана о неупоминании прошлой ночи. Все, больше я ничего не смог заметить и подметить в прошлой серии. Так что да, будем сейчас смотреть 189-ю, смотреть, надеюсь, на продолжение э, этой истории, да, э, где, обратно же, надеюсь, что все расставят именно э, по местам, для того чтобы это все стало куда. Яснее и куда понятнее. Но перед тем, как мы приступим, не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки писать ваши комментарии. Ну и подписываться на телеграм и на Твич ссылочки находятся все в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра и давайте смотреть дальше. Адмирал его видеть

Эпизод 189. Друзья Это... наверное... а, да, да, да. Отлично. Прекрасные серии. Последние вот несколько серий, да. Прекрасная история, важная история, нужная история. Рассказанная э, досконально. Просто да, давшая понять все до, мелочи, до, все до мелочей ответившая на многие вопросы, которые были у меня в голове на протяжении просмотра арки скайпе, да? Ну что еще сказать? Что-то подсказывает, что и, как это вы называете, чеховские ружья, да? Что-то и такое, наверное, было на протяжении этих серий. Может быть, что-то я не заметил, может быть, какой-то момент я не подметил о котором будет известно еще далеко-далеко-далеко-далеко потом. Может быть, не скрою. Я пытаюсь сейчас сопоставить еще в голове э, где-то какие-то моменты именно вот как раз таки мальчика в соломенной шляпе и казнь Норланда. Как-то вот это сопоставить с Голди Роджером. Есть ли какая-то связь? Знаете, у меня таких-то тупых мыслей много в голове из-за этого. Тупых мыслей касательно того, что Голди Роджер, может быть, был тоже маленьким мальчиком, который как раз-таки знал того Норланда, который рассказывал эти все свои истории, и он слушал эти истории, верил в эти истории, и именно будучи... Как это правильно сказать? Подухотворенным этими историями, что ли, да? Он решил отправиться как раз таки... То есть это вот подстегнуло его отправиться э на Гранд Лайн. И тоже где-то что-то искать, да? Путешествовать по Гранд Лайну. Может быть, как раз таки это его сподвигло именно рассказа Норланда. Вот о, о своих этих вот путешествиях по Гранд Лайну. Может, может быть. Может быть. А что если это так? Что если этот вот мальчик видел эту казнь Норланда? как она обстояла. И та казнь, которая потом была именно, вот когда казнили Голди Роджера, он улыбался, потому что видел в ней сходство с казнью именно с того человека, которому он верил, того человека, который его вдохновил на те путешествия, которыми он занимался на протяжении своей жизни было бы прикольно, если бы это было бы так. Это обратно, это чисто где-то какие-то именно предположения. Может быть, я просто-напросто слишком сильно загоняюсь, слишком сильно пытаюсь именно... Может, это не столь значительные, где-то какие-то моменты, не столь значительные факты, какие-то, которые были как-то показаны, да. А я слишком уж стараюсь считать их значимыми, значимыми и сопоставлять, да. И поэтому надумываю себе много, много, много всего лишнего и, может быть, где-то как-то бестолкового. Понятно, что во все, что я сейчас сказал, да. Где-то какие-то именно вот эти вот предлож... предположения, эти вот смешные. Понятно, что я во все это верить не буду, нет. Я просто пытаюсь вам писать именно то, что у меня в голове крутится очень-очень много именно вот всего. И я просто-напросто э, рассказал один из таких вот моментов, который как раз-таки крутится у меня в голове, э, когда я пытаюсь сопоставить казнь Голди Роджера и казнь Норланда, и э, то, как это все происходило, и вот этого вот мальчика в соломенной шляпе, и вот у меня вот такая вот как бы история у меня э, в голове э, появилась. Само собой, что я не буду верить на нее на, сто, на все сто процентов, это просто-напросто э, как бы моя фантазия, моя больная фантазия. Как и где и что и зачем и почему все было на самом деле и все это мы узнаем постепенно со временем продолжая смотреть э -э One Piece. Но эти серии однозначно кайфовые, однозначно очень важные, очень нужные, очень классные. Я безумно рад, что их, в общем, показали. И в очередной раз вот смотря вот эти вот серии у меня как возникал такой вопрос, так и возникает сейчас, кто те люди, которые говорят, что в скайпе я не важна не важна и не нужна. Вы смотрите, сколько здесь важного всего, да? Сколько здесь важной где-то какой-то информации, которая еще может быть и в дальнейшем где-то как-то будет всплывать. Где-то в каких-то далеких арках. Это не исключено. И да, эта история закончена. Это у нас на данный момент 189-я серия, если я не ошибаюсь. В арке Скайпе последняя серия. скайпе 195-я. А, а значит, у нас осталось последних 6 серий этой арки, и Луфи максимально близок э, к Энелю, который максимально близок к тому, чтобы целиком и полностью разрушить как скайпию, так и э, часть Джаи. То бишь Шандору, да? Значит, где-то в следующих сериях. Очень близко. Очень бли, бли, близится этот момент, когда Луффи все-таки настигнет Аннеля, и у них будет решающий какой-то бой. Тем более, что Энель почувствовал то, что э, к нему движутся два человека. Непосредственно это как раз-таки Луффи и Нами. Так что да. Еще раз повторюсь: история классная. Серия классная. Ждем продолжения. А на этом моменте, ребята, буду заканчивать и буду со всеми прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока.